Приятно прийти домой на обед и застать мужа за созданием чего-то. Они валяются сейчас. Да. Не спящие. Когда вы сегодня встали? Так. Я себя не обидел. Ага. Как это, за вчерашнее отсыпались? Ага. Вчера приходили смотреть на наш Фернес в 8 утра. Без предварительного звонка. Какой нормальный человек приходит в 8 утра? Ну, я работаю с 7:30, поэтому неудивительно, что кто-то еще тоже. Сегодня соберете? Ну, да. Супер. А вот и готовый шкафчик. Занимает много места, но зато смогу убрать вот этот весь бардак. Здесь тут боковые, это, конечно, от него. Всякие коробки. Отлично. Потому что всегда есть опасность, что полочка упадет на ребенка. Потому что она явно сюда полезет. Потому что будет ее комната, как она сюда залезет. Но, тем не менее, места стало гораздо больше. Там еще наши вещи. Да. Держишься? Держись. Оп. Не, надо назад. Оп. Бух. Дайте я сама попробовать. Встать или упасть? Встать или упасть? Да. Оба. Держись, держись, держись. Пух. Тебе сам процесс нравится? Попа тяжелая. Попа тяжелая. Это семейная наша проблема. Давай. Давай за ручки. Опа. Мне просто нравится это обратно. Да. Давай, поднимай меня. Никогда не знаешь, что ее еще заинтересует. Ага. Бух. Сколько так может продолжаться? Не знаю, пока папе не надоест. Так... Мне хочется реально падать. Ну ладно, развлекайтесь. Эх! Первые пошли. Рано они, рано в этом году. На самую дальнюю часть Мексики полетели. Капец, все. Если клины пошли, значит точно осень. А была надежда. Дети, чуваки. Что-то я в камеру не вижу. Ну, в общем, улетели. Да. Эх. Не знаю, как у вас, но у меня иногда бывает. Находит. В холодильнике стоит мясо. Знаете, как это? Курочка хорошая, домашняя, на ферме купленная. Да? А я съем сосиски. Мы вчера купили сосиски. А, европейские виннерсы. Блин, прям вспомнила, как это, знаете, Украину. Родные молочные сосиски. Очень вкусно. Я теперь прям, мы с Владимиром за день и пачку приговорили. Так, я всего две сосиски съел. Ну, я одну в обед,
Сейчас еще две. Ну и считайте полпачки. Да. Ну, да, бывает. Как это мама Владимира называет это подлечины захотелось. А, вот. Ага. Не знаю, применимо ли это слово в данном контексте, потому что сиськи хорошие. Ну, все равно. Вот, но... Под категорию подлечины входит. Да. По сравнению с курочкой. С курочкой. Тушеной. То есть это печеный, господи. Ладно. Вы уже все готовы? Угу. Да, мне надо тогда греться. Всем здрасте! Вчерашний влог получился коротким и неинформативным, поэтому мы сегодня продолжим. Делать короткий неинформативный. Кать, сумку. Сумку. Да. Сейчас у нас ближе к часу дня. И мы забрались в глушь глухую. Но это всего лишь 1:15 от нас. Но мы что-то ехали так долго, что... казалось, намного дальше. Вот. Crowwind Trail. Это вот то, что нам надо. Ха. Перед нами коридор через лес на пути к одной из местных достопримечательностей. История этой поездки... Ой. Давайте ребенку. Как это? А ты мне же сказала, что я слишком долго его ношу. Да, слишком много ношу Заньку. Садись в коляску. Ну так вот, когда-то я на Инстаграме нашла фоточку в паблике Travel Manitoba с этим мостом. Мы забили на карту, казалось, вроде как недалеко, поэтому решили скататься. И вот мы здесь. Надеюсь, там есть на что посмотреть. Вау! Вау! Камеру вообще видно, нет? Да, наделась. Ага! Мне правда, а вот да, ястреб. Класс. У нас еще все хорошо. Знаете, что мне не нравится с телефоном с этим? Что когда снимаешь на заднюю камеру, все, что снимаешь, больше, чем, ну, то есть дальше, чем в реальной жизни. А когда снимаешь на переднюю камеру, все ближе, чем в реальной жизни. Очень неудобно. Да, тут прям такая, знаете, осень-осень. И пахнет соответствующе. Но это, кстати, может быть не только осень, а засуха, да. У нас в городе выпустили очередной бюллетень с просьбой поливать деревья у себя перед домом. Маленькие, молодые, до 5 лет. Потому что они высыхают. У нас уже несколько недель не было нормального дождя. Все не наполиваешься. Нет еще. Как мы сейчас ребенка тут будем скатывать? Скатимся. Видите, как речки попересыхали. И это не исключение. Воды прям. Понтец остался. Мост там дальше, там по другой тропе надо идти, но... Не, ну как... здесь, когда речки высокие, наверное, классно. Угу. Надо по весне, что ли, приехать? Глядя хотя бы поверх того камня. Ну да. А сейчас можно пешком перейти. Да. Вообще без проблем. Ну давайте. Дойдем таки до моста. Сейчас мы сюда. А, кстати, вот это вот часть Trans-Canada Trail. Поэтому, может, мы даже дальше куда-нибудь пойдем погуляем. Что вы хотите? Классическая дорога через лес. Раньше нас с Владимиром это раздражало, а теперь... Раньше нас раздражало, что нет нормальных троп, а теперь мы радуемся, потому что можно протолкать коляску. По любой из этих дорог. Не знаю, как бы мы справлялись на узких тропках. Нормальные тропы, объясните, это когда не протурено. Да, вверх и вниз шириной 30 сантиметров. Это вот, это гулять с удовольствием. Так... А так с коляской хорошо. Всегда стрёмно лезть на такие конструкции. Но там трейл продолжается дальше, поэтому... Занька, ты готова?
У него название «Шатающийся мост», «Swimming Bridge». А? Он ходибельный? Да. Ага. Кстати, видите, тут имена на каждой дощечке написано. Легенда гласит, что ремонт, что деньги на ремонт этого моста были собраны продажей от этих самых дощечек. Ну, типа благотворительность. Поэтому, кто здесь написан, заплатил за свою дощечку. Смотрите, как мелко. Проблема только в том, что через мост коляску не перетащить. Ага. Поэтому далеко мы не уйдем. Да. То есть можно, но зачем? Да, поэтому мы так сейчас... Посмотрим, что тут есть. Только, да, на лес посмотрим. Пойдем назад. Акробатические этюды. Занька, ты докушаешь? Опа. Держи. Угу. Ушло. Все. Справилась? Пусто. Супер. У нас тут еще в Винклере фестиваль культур, который уже закончился, 4 часа. Но мы сюда приехали. Вот сюда мы и приехали. Привет. Я точно знаю, я музыкант давно. Красная? Первый раз увидел этот красный. Да, это новое. А еще у них тут здоровый фонтан. Вообще весь этот парк посвящен мигрантам из России, Украины и Германии. И вот стеночки, вот эта стеночка, по-моему, как раз украинцам. Вот там вот у них еще есть дерево, типа с... как это? Запорожской сечи. Вот. Типа такой же, как и там. Вот. Еще тут пара камней посвящены немцам, немецким иммигрантам и русским иммигрантам. Ну, в общем. Да. А говорят, на этот фонтан скинулись местные церкви. Выполнен из итальянского мрамора. И, в общем-то, статуи красивые. Красивые. Такое у нас ветруганище. Не польешь цветок, а становится сильно легким. Угу. Полейте его под краном. Оба. Они уже два свалились. Угу. Но тот я успела так поставить. Ну, вообще легкий такой. Ну да. Не полил, улетели. Пять часов. Вернулись домой. Чем занимались целый день? Все, 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 все. Вливается, вливается. Другого конца. Mm-hmm. Да. Идите ребенка ловите. Ну, она сейчас не выказывает признаков немедленного. Не, вы только с одной стороны полили его.
какой сюда? Вот это да, только с одной стороны спалили. Все, спасибо. Ну ладно. Купила барышня 3 кофточки за $5. Они все на 12 месяцев. Но, вот, наверное, кроме вот этой вот, все на нее сейчас подойдут. И вот прям свитерок такой. Мяконький, тепленький. Ну, эти просто хэбэшки. Первые колготки. У нас тут истерика. Третий зуб и первые колготки. Да. Ой, скажи. Прикольно. Ой, скажи, не тебе так. Будешь как балерина, Зай. Колготка как бодисити. А, спадки, да. Сейчас положим. Черепашка-ниндзя такая. Ноги на ней еще длинные немножко. У нас полдевятого вечера. Мы совершаем одну за другой попытки уложить барышню спать. Потому что у нее лезет третий зуб. Его вот уже видно. Но ей болит, конечно, еще хуже, чем с нижними зубами. Поэтому она нервничает. И не может уснуть. Может быть, сейчас получилось. Вот вроде тихо, ну посмотрим. Она засыпает, потом у нее болит, она просыпается. Ну, в общем, неприятная история. У нас ей даже нечем помазать. Как-то мы были не готовы. Поэтому надеюсь, что придется, как и с предыдущими двумя. Она утром проснется и будет уже зуб. Ее отпустит, потому что целый день она сегодня с прошлой ночи. Очень нервничает. Держим кулачки, что на утро уже все будет хорошо. А я сейчас смонтирую как раз видео. И на этом день закончится, я надеюсь. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.